Так. Здравствуйте. Пам-пам-пам. Так. Такая вот створочка. Что, заноси окно? Створочка такая. Блин, сейчас надо поменять. Ой, она отвалилась. Надо электричество отключить от этого. Да, что тут у нас? Полка, короче, слетела с ромбовых ножниц, ударилась об откос, об нижний, и сломалась. Нам сейчас надо ее заменить. Что делаешь? Вот это вот здесь, блядь. Сними. Где прикроем, чтобы нет, не сквозило. Так, а петли где? Петли-то где? Обманули тебя? Вообще не говорик. А я не проверил. Там снизу такая пипка стоит на том окне. Ее надо поставить в центр. Средний предел.
Ну, на старом, понимаете. Снял штуку? Серединка? Ну да. Ставим. Ты сюда повесил? Уже на кладке. Да погоди, стой, 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 стой. Она не наедет. Она просто снизу. Вешаем? Давай, хватай. Кантуй, 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 кантуй. Стой, стой, стой. Много? Много? Не, она бы перекрутилась, эта херня. Держи. Даже эту сладку я буду. Смотрим, что там, карандаш. Не, не карандаш. И нам надо выше поднимать. Ты не крутил диагонали?
Да, давай сейчас игранник сейчас быстренько выкрутим. Карандаш, давай что. Ответку. Там мешочки. Да. Обманчик. Пойми. Дай восток. Так, камушка. Вот он, вот он. Где квадратик? Который вот отмечу спиткой. Держи скромку. Так, надо еще поднять петлями. Ключ.
Он же трипластик, знаете. Он, по-моему, делает сверло у нас большой передний кармашек. Так его надо почистить. И смазку, да? Смазку надо сохранить. Нет, густую. Она... Как все удобно искать. Удобно как искать все. Вот и все на месте. Алло, где вы? На самом дне. Где накладка? Ну, просил почистить. Да, почистил. Ну ладно, поверь. Если почистил, то ничего не будет, а потом чистил. Ну, это на дверь, Миша, подожди. Магнифико. Сегодня в котельной заменили створку, упала и сломалась. Кстати, как она выглядит? Армировка больше похожа на профиль от гипсокартона 27-й. А в целом справилась спайка. Вместо этого поставили новую створочку. Вот, тоже в одно стекло, так как котельное. Стекление должно быть быстро съемным. Да. Вот эту штуку забыли закинуть, и створка упала. Вот эта угол сломалась. Так. Смотрим панелями, нижними петлями. Все закрывается. Все четко. Оставь ее здесь, мне кажется. Да, она просто оставь. Запасная будет. Да. Ага. Алло. Я здесь, на этом, на Шарской, в этом. Сейчас работу даю. Давай. Так, по закрывать нам банки не подвезет. Хорошо. Так, проедете только сами. Ограничитель также, да, снимается? Да, за поворотом. Ага, да. Нет, не нащупал. А, вот флажок там. Да, все нащупал. У нас просто помещения другие там. Ну, а там их много. Сборки, блокируют. Да, там их на самом деле много вариантов. Все, отлично. Да. Спасибо. Да, до свидания.
Быстро мы, блядь. В тишине. Все, ладно, едем.